Всем привет, это небольшая подводочка, я ее записываю сильно позже, сейчас уже 6 вечера практически, на озвучку мы выкладывали утром, я там еще спал, там туда-сюда, в общем, разные вещи происходили. Объясняю немного предысторию всего, что у нас происходит. В ВК был пост, я надеюсь, что все его видели, в ВК очень важная у нас среда такая, что Алексей болеет, поэтому Блица, возможно, тут другой будет озвучивать, и Василиса в отпуске, поэтому Луну будет озвучивать другая актриса. В общем, такое вот, coming out. В этой серии у нас и Луну, и Милли озвучивает одна актриса. Ставь лайк, если не заметил, ставь лайк, если заметил, там, пиши комментарии, если уже отписываешься. В общем, все, как вы посчитаете нужным, так и делайте. А про себя вот такое вот оправдание я себе придумал. У меня было очень сильное, блин, ну кто-то в ВК, конечно, должен написать во время записи. Очень сильное у меня было воспалительная ангина, ужасная такая, я разговаривать просто не мог. Прямо успел чуть-чуть вот подвосстановиться к выходу серии. Выпил обезболивающее полоскание, ну как выпил, прополоскал и выплюнул. Выпил называется. В общем, на этом обезболивающем я поозвучивал. Проблема была такая, что были некоторые куски, которые мне хочется перезаписать, но я перезаписать не могу, потому что меня может на дальше не хватить. То есть примерно вот здесь, на половине, мне стало уже очень сложно, и все, что было после, я, ну, там, благо, не настолько все критично. В общем, были куски, которые мне хочется перезаписать, но я не перезаписывал, потому что меня просто могло не хватить до конца. В общем, вот такая предыстория. Еще раз ставьте лайк, если вы не заметили, что Луну и Милли озвучивают один и тот же человек. Рута большой молодец, там подписывайтесь, там ссылка есть на нее, на Руту. На всех ссылки есть, вообще кого я обманываю, все, на всех ссылки есть под этим, под самой озвучкой, на всех ссылки есть. В общем, а тут все, я договорил, приятного просмотра. Посмотрим, кто выиграет, 20-минутная серия с Блицем или Алексей, который только что начал разговаривать, потому что выпил обезболивающее полоскание. Ладно, поехали. У нас сегодня все предельно просто. У нас сегодня вот просто вот это животное. Помните, нашли... Ну да, ну здрасте, приехали. Among Us. Луна, закрывай! Отлично, попал. Вот это Котов молодец, попал. Очухались немного, да? Делаю вид, что я этого не знал, ведь я не посмотрел видео 12 раз перед тем, как сел озвучивать. Помните, наш не... Наш? Кто такой наш? И упал. Максим! Что-то меня прет. Наверное, надо меньше чая пить. Макси! Что, вообще неправильная интонация. Пошел к черту. Блин, вам же не слышно, что персонажи говорят. Вы думаете, что я просто тупой? Это было! Опять я сам себя обрезал. Алексей, не надо. Мы не в еврейской бане. Просто падает со стула. О боже. Это ты, блин, сам захотел, сам виноват. Проснулся. Finally Wake. Это отсылка. Отсылка на Skyrim. Вы ничего не понимаете. Ой, фраза. Буль-буль-буль. Мы всех спасем. Да, ура, да, давай. Я превращусь в девочку, чтобы нюхать пол. Да-да. Я принимал кучу транквилизаторов в колледже, которые я бросил. А также я привязывал соски к автомобильному коммуль... Бррр, не влез. Не смешно. Очень грустно.
моей жирной мамке. Буду говорить ей только жирные намеки. Плюс горло. Минус чай. Ну типа так вих дел... Брат, так вих делают. Так вих делают, понимаешь? Почему у тебя такой Блин, у меня половина только готова, там уже люди присылают. Надо меньше болтать, больше болтать. Буль-буль-буль. Столос такой молодец. Такой сильный. Вертикальный огурец. Оу, да! С этим уёбком нужно пожёстче! Пожёстче, сказал Котов. Ну и ладно. Луни! Офигеть, у меня люстра взорвалась, ладно. Да-да-да-да-да-да. Бам. Вот это он, красава, свет включить сразу не мог. Все. Здесь уже Россия. Это не ко мне, все. Хуба-буба-босс. Так, смотрите, я сейчас. Получается, все. Там всем спасибо за просмотр. Я не знаю, я, может, запишу музыкальную паузу, может, не запишу. Как бы я еще в любом случае запишу вам обращение перед видео, потому что сейчас у меня не было времени. В общем, всем спасибо за просмотр, всем пока. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что серия там туда-сюда, 3 плюс 2. Я заканчиваю озвучивать, быстренько отправляю, чтобы вы быстрее посмотрели. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Всем пока!